Число водителей растет, также пропорционально увеличивается число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной из самых массовых. Водители, ремонтные рабочие, инженерно-технические работники, руководители автотранспортных предприятий – все они добросовестно выполняют свой профессиональный долг. Без преданности профессии и ответственности за дело невозможна повседневная жизнь Чувашии и ее жителей. В этом году дорожники в городе Чебоксары провели большой объем работ. Заасфальтированы сплошным покрытием 8 улиц. В 93 улицах города провели ямочный и текущий ремонт. А на трех магистралях города основных проводится работа. Ежедневно в городе 220 троллейбусов выходят на рейд, 100 автобусов и около 500 маршрутных такси. И бесперебойная работа всего автотранспорта города. В столице Чувашии, безусловно, самое оживленное транспортное движение и самая большая нагрузка на дорожное полотно. Но это не означает, что дороги республиканского и местного значения не нуждаются в ремонте и содержании. Начиная с этого года специальный дорожный фонд создан для того, чтобы наши дороги были лучше, чем вчера. 2 миллиарда рублей, которые были сконцентрированы, все направляется, каждый рубль, только на благоустройство территории. А по плотности дорог среди регионов Российской Федерации мы занимаем 4-е место. Среди регионов Приволжского федерального округа по плотности, по этому показателю мы занимаем 1-е место. Конечно, все нужно это сейчас содержать, все нужно ремонтировать и удерживать эту высокую планку. Вот проект бюджета, который я внес, дорожный фонд в следующем году будет составлять 2 миллиарда 450 миллионов рублей с ростом на 22,5%. Но я надеюсь, что автотранспортники здесь не подведут. Тем, кто никогда не подводил, глава Чувашии вручил почетные грамоты и благодарности в знак того, что жители республики хотели бы и впредь гордиться своими дорогами. Данил Фатагирова, Евгений Анисимов, Республика.